Ку-ку, мон амиго, сегодня с вами Вакот, и мы играем в Space Engineers. Да, к несчастью, большому сожалению, я сегодня один-одиношенек, потому что премногоуважаемый Александр, или как его знаете, Сишок, немножечко в неизвестном месте, в неизвестное время, так что я не могу его к нему дозвониться, но я решил вас не оставлять без, говорится, с голой попонькой. Поэтому давайте же. В этой серии я не буду ничего особо делать, с ангаром ничего мутить не буду, хоть я и поставил блоки новые, они называются, как они там называются, LCG панель уже появилась, точно, уже появилось новое обновление, крутенько, вот, Margot Surface, так оно правильно читается, вот. Но в этом, как говорится, видео мы будем делать немножко другое, мы будем делать страшные вещи. Страшнейшие. Страшнючие. Во-первых, я думаю покрасить корабль. Серый мне не нравится. Ну, по крайней мере, такой серый мне не нравится. Я думаю, лучше всего его сделать немножко более темным. Чуть-чуть темнее. Вот, например, вот так вот. Плюс можно добавить немножко зеленоватости. Нет, коричневатости, скажем так. Вот так. Давайте проверим. Также хочу сегодня его назвать уже раз и навсегда. А то сколько можно ждать? Тянуть с названием долго не стоит. Это я вам говорю как человек. Хотя мне кажется, он так у нас получается слишком военный. Это оливковый цвет. Оливковый цвет мне не очень. Хотя, нет, все-таки оливковый цвет красивее. Явно красивее. По всем параметрам красивее. Так что, у меня же нету этого симметрии. Жалька. Жалька, как у птички и у пчелки. Ладно, шучу, у птицы жала нету. У меня есть. Все, понятно? Не, мне кажется, неплохой цвет. То, что нужно. То, что мы заказывали. Сейчас внутри нужно будет все перекрашивать, потому что я ж так крашу сверху. Оно получается не очень точно. Так. А черт забирай, мы ж пираты. Так что все нормально. Все окей. Мы должны быть таким. Это наш цвет. Правда, что-то немножко просел FPS, наверное, потому что комп уже третьи сутки не выключаю. Не получается мне никак его выключить, потому что то записывается, то скачивается, то заливается, и поэтому комп, наверное, перегружен. Надо будет его перезагрузить уже хотя бы. Хотя бы перезагрузить. Выключить-то, может, не получится, но перезагрузить точно. Я слышу рефайнер, они так мило журчат где-то там в глубине. В глубине нашего огромного корабля. Так, ну что ж. Это докрасили. А, еще снизу с этой стороны. Да, неудобно красить все-таки. Неудобно. Если бы можно было как заливку, знаете, типа. Все, что этим цветом заливается в такой цвет. Это было бы удобно. А то вот это все сейчас мучится, бегать, прыгать, летать вокруг, пытаться запаять. Оно не запаивается. Так, теперь можно сделать этот ворота. Надо только не знаю, каким цветом их сделать. А он неплохо, кстати, мне кажется, желтым. Или слишком пестро. Пестро. Нет, нужно еще более сухой цвет. Вот такой. Типа выгорелый. Выгоревший цвет. Выгоревший желтый. Я бы даже немножко сероватым сделал. Да, слишком пестро. Вот такой вот.
Даже еще немножко. Возможно, вы не оцените, но мне нравится. Как по мне, то, что нужно. Хотя все-таки светловатый. Он может быть заметный, но не слишком пестрый. Вот сюда сейчас еще пестрый. Вы смотрите, говорите, вот же дебил. Что ему не нравится этот желтый цвет? Желтый как желтый. А вот мне желтый такой не нравится. Итак, ребята. Корабль уже получил свое имя. У меня есть для него имя. Оно, как говорится, в совокупности и мое частичное, которое я сделал, и частично так что сейчас будет нет, не Тревнал, не бойтесь. Так, давайте попробуем немножко запаять. Я не знаю, есть ли у меня эти какие-то пластинки. Крайне надеюсь, что они где-то там внутри-то есть. Или в корабле сразу. Тут пластин 450. Нужно сейчас запаять. Главное... место под этим, под самим, как им так, как, скажем так, буковки. Ба, да, он off управление 1 игры. Я дурак, вот это я дурак, дурак, дурак. Что ж ты сделал, дубина? Что ж ты сделал? Хотя их же можно включить через панельку. Зачем я удаляю реактор? Дурак. Еще больше дурак, чем до этого. Что-то его трусит, как не свой, как блин, этого зайчика в холодную зимнюю ночь. А все остальные сейчас включим реакторы. Включить и включить. Чем мы раньше не додумались? Это же намного проще, чем... Что-то темно так стало сразу. Мне вообще сесть нужно. ТК. Скарлетт. Управление. 1П. Взлетаем. Ага, нужно включать их. Движки включить. Ну все, взлетаем. У нас уже пробка перед ангаром. Так. Где у нас будет надпись? Вот мне нравится вот это местечко. Так, хватит ли букв? Раз, два, три, четыре. Ну, можно немножко продлить и хватит. Я не понял. О, да. Это чертовски быстро. Все, закончились пластины, серьезно? О, боже мой. Какой стыд. Нужно очень много пластин. Настолько много, что просто аж... Аж рефайнеры не справлялись.
Так, я вот даже думаю, что поставить паузу, что ли, пока я это все перезаправлю, перезалечу, заберу пластины. Так, инвентарь. Вот мой инвентарь, мне нужно забрать. Вот это нужно забрать, вот это нужно забрать, вот это нужно забрать. Трубы можно забрать, маленькие трубы можно забрать, все можно забрать. Все забираю, все, все, все. Думаю, этого хватит. Бежим, бежим, бежим. Так, разворачиваемся. И идем паять. Паяльником. Вещи, которые нужно запаять. Не, все-таки, думаю, поставлю паузу. Потому что действительно неинтересно. О, уже проскакивает. Что-то хорошее. Да, это будет долго. Пауза. Пипец, закончились пластины. Я только ничего не пропаял, у меня пластины опять закончились. Это жестко, ребята, это очень жестко. Я так жестко никогда не играл. Да, тяжелая броня, это что-то. Это тебе не сопли жевать, ребятки, это не сопли жевать. Давайте возьмем себе. Где пластины? Я не понял. Мне нужно немножко пластиночек. Не понял. Демоны, куда вы производитесь? Ага, вот вы где. Это зачем? Вы меня спросите, зачем мне 300 пластин? Для того, чтобы хотя бы примерно построить эти блоки квадратные, как там, тяжелые блоки, вот они сюда, и просто их банально впихнуть. Вот, минус shift, вот так вот. Паять это мы уже будем потом. Сейчас хотя бы впихнем. Так, раз, два, три, четыре. Еще последняя буква, пробел. Раз, два, три, четыре. Нужно еще одну для буквы. И еще одну пустую. И теперь у нас... полностью всего хватает. Идеально просто хватает. И можно даже уже набабахать название. Так, из чего у нас там буква производится? Из чего у нас производятся буквы? Сейчас узнаем. Строительный компонент. Отлично. Это облегчает немножко задачу. Строительный компонент это хорошо, потому что у меня их много вроде было. Давайте 100 себе оставим, пусть будет на всякий случай. А теперь пишем. Я Стежка не спрашивал на самом деле. Пусть меня немножко побомбит. Но главное, что название хорошее и короткое. Кто написал в комментариях, я уже, извини, не помню твое имя, твой ник. Но оно мне понравилось. Новая земля. Теперь можем запаять это все. Паяльничком. Паять. Ага. Даже не все так просто. Нужно еще пластины.
А? Разве не круто? Идеально. На мой взгляд, идеально. Так, а теперь можно уже попаять посерьезнее. С одним цветом тоже не очень красиво, но, в принципе, нам, говорится, не сложно. Нам не выбирать. Потом перекрасим, если нужно будет. А сейчас, наоборот, только черному коту и не везет. Так, поехали. Поехали, поехали. И будем паять, 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 паять. Ну! Как можно так долго паяться? Ну, все, закончились. Круто. Класс. Да. Я думал, будет быстрее. Что, когда я нос тру, как-то оно быстрее. Там, видимо, в тех пластинках меньше пластины, поэтому оно легче чинится. А тут было уже просто какое-то адовое, адовое, адовое штукенция. Так. Давай, заберем. Но я думаю, тоже не вариант снимать, как я паяю. Это так интересно. Просто вот я вот аж не знаю, как он. Поэтому я это все не снимаю никогда. Потому что действительно это нифига не интересно. Вы можете и сами накопать, сколько. Что зацепил? Нет, ничего не зацепил. Поэтому я думаю, на этом с вами буду прощаться. Говорю я уже это каким-то образом сам. В теплой домашней обстановке. С кружечкой чая и под веселую музыку, которую, если я сейчас включу, поставь мне YouTube, заберет авторские права, затребует, поэтому я ее не включаю. А под музычку можно, и говорится, и посидеть, попаять. Поэтому видео получилось коротенькое, но я думаю, информативное, потому что теперь вы знаете, как его зовут. То удачи. Я делаю.